Приветствую вас всех, уважаемые зрители и подписчики моего канала. И сегодня я вам хочу показать, как создать свой Google аккаунт или почту Gmail. Итак, смотрим. Нажимаем вот на эту вот иконку, которая синим выделена, называется «Войти». Нажимаем на нее, и у нас открывается вот такое вот окно. У меня есть уже один аккаунт, я его спрятал специально, чтобы вы не видели. И теперь здесь написано «Сменить аккаунт». У вас же будет просто «Создать аккаунт». Нажимаем «Сменить аккаунт». Здесь «Создать аккаунт». И тут выбираем «Для управления бизнесом» или «Для себя». Если вы выбираете «Для управления бизнесом», то вам на почту будет приходить от Гугла всякие рекомендации по ведению бизнеса. Мне это не надо, я выбираю только «Для себя». У нас открылось вот такое вот окно, и здесь нам надо написать настоящее свое имя и настоящую свою фамилию. Давайте я сейчас это сделаю. Валера Иванов, к примеру. После того, как мы ввели, нам автоматически предлагается вот такой вот адрес вашей почты. Если вы с этим не согласны, можете просто удалить и добавить свой адрес, который вы хотите, чтобы у вас был. И теперь нам надо ввести пароль. Чтобы удобно было, нажмите вот на этот глазок, и тогда нам будет видно все, что мы вводим. Например, большими буквами, еще какими-то, обязательно цифрами. Копируем. И теперь повторяем этот же пароль. Обязательно пароль записываем куда-то в тетрадку, либо на флешку, или еще куда-то обязательно сохраняем. Ни в коем случае его не теряйте. И потом нажимаем кнопку «Далее». И после того, как мы нажали «Далее», открывается вот такое окно. Нас просят ввести номер телефона. Меня сразу определили, что я живу в Казахстане, и вот предлагают мне именно Казахстан. Если нет, ошиблись как-то или по какой-то причине сбой, то выберите ту страну, в которой вы проживаете. И сейчас я введу свой номер телефона и нажму «Далее». И после того, как мы ввели номер телефона, нам приходит код, который надо ввести вот сюда вот. И нажимаем, после того, как ввели код, «Подтвердить». После этого у нас открывается вот такое вот окно. И теперь нам надо ввести сюда резервный адрес электронной почты. Он поможет нам защитить ваш аккаунт. Я советую вам вводить его обязательно. Потом вписываем свой день рождения, месяц, год, пол. И потом нажимаем кнопку «Далее». И потом я вам покажу, после того, как все введу, все поля заполню, покажу, что у нас происходит далее. После того, как я нажал «Далее», у нас открывается вот такое окно. И здесь нам предлагают добавить номер телефона. Но я этого пока не буду делать, это можно будет потом сделать в настройках аккаунта в любое время. И нажимаем «Пропустить». Выходит вот такое вот окно у нас. «Конфиденциальность и условия использования». То есть читаем договор с Гуглом. И нажимаем кнопку «Принимаю». И поздравляю вас, аккаунт у нас на Гугле создан. Как видите, делается все легко и просто. И у вас уже есть свой Google аккаунт. Поздравляю вас, подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. Всем пока-пока.